Всем привет, с вами Чибиси, и сегодня мы поиграем в неизвестную для всех игру, это The Binding of Isaac Afterbirth Plus. Кого я обманываю, все и так знают, что это за игра. Сегодня мы поиграем в мод, который называется Community Remix Remixed. Сейчас я вам объясню, что он делает. У нас тут, кстати, есть новый персонаж Адам. Надеюсь, это не то, о чем я подумал. Короче, тут даже есть свой конфиг. Как вам такое? Если кто помнит, то во времена первого Айзека, который еще был флешевский, на него сделали первый в мире мод. Назывался он Community Remix. Он там добавлял какие-то трансформации, предметы новые, что-то там еще. Вот. И про него потом как-то все забыли. А когда вышел Rebirth, а потом Afterbirth, решили как бы его повторить, сделать еще лучше, круче, и сделали ремикс ремиксович. У нас тут он может меняться между скорострельностью, слабой атакой или сильной атакой, но низкой скорострельностью. Я думаю, атака лучше всегда, в любом варианте. Никакая скорострельность, если только это не скорострельность 3, открывать все магазины. Выгодно ли это нам? Конечно, выгодно, потому что тут хаос за 7 продается. Капец. Капец, мы можем сразу надуть игру. Это же сразу может быть взлом игры. Нам надо много денег достать. Не знаю откуда. Будем пытаться. Вот уже одна монетка есть. Дай мне, пожалуйста, предмет на деньги. Это, конечно, классно. Это круто. Это прям найс. Но мне бы сейчас денюшек. Ключ. Может быть, потом мы его используем для чего-нибудь. Бэбик этот очень классный. Сразу говорю. Он мне нравится, но не самый, конечно, он крутой. Есть миллиард раз круче бэбики, но тоже очень-очень неплохой. Ах ты, тварь. Денег дашь? У нас еще скорость передвижения самих себя очень низкая. Опять же, из-за этого яблока, видимо. Много ключей, но ключи можно потратить. Там есть открывалка. Открывалка с ключами. Вот, возможно, они дадут нам денежек. А возможно, не дадут. Пойдемте тратить ключи, что делать. Нам надо где-то 3 монеты раздобыть. Возможно, не стоило взрывать вот этот камень хороший. Оставить деньги на что-нибудь другое. Ну-ка. Монетка. Ну, мы не насобираем таким образом монет. 2 монеты. Я рискну. Я по диагонали пройду. Ах ты, тварь! Жадность меня погубила. Никогда не повторяйте. Это плохо кончится. История о том, как мужик пошел за хаосом, в итоге все испортил. Надо было убить босса, возможно, из него бы выпала какая-нибудь корона или еще что-нибудь. Что-нибудь с бомбами. Откуда вот я знал? Дурачок, что сказать? Да. Точнее, D4. Что вот я сделал? Да не, фигня какая-то. Давайте зареролимся. Ну, то, что что-то похожее на трэш. Ксель-ка, кстати. Как давно я не играл в Айзека, как давно я не снимал Айзека. Надеюсь, что он вам все еще нужен. Потому что если он вам не нужен, то я вообще не знаю, что вам надо. Что вы готовы у меня смотреть? Мы просрали комнату дьявола. Поздравляю. Ну нет, у нас есть 35% иллюзорный шанс на что-то. Давай, паук, выходи. Фига он скаканул, а. Нам надо найти 2 сокровищницы. Где-то они должны находиться. Ах ты, тварь! Кто же знал, что ты сможешь так подлезть? Ломай! Тихо, 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 тихо.
спокойно. Так, ладно, я хочу этот мешочек. Возможно, я об этом пожалею. Нет. Мы получили халявный ключ, вернули нашу бомбу. Пацаны, разойдитесь. Чего вы меня облепили? Я понимаю, что вы мои подписчики и очень любите меня смотреть. Но не настолько же, ребят. Давайте. О, ох, хочу. Хочу. Секретка. Вот это найс. Чё тут у нас в секретке? Ага. На эту секретку надо много ресурсов. Больше, чем я предполагал. Нам опять надо 7 денег. Не знаю, это магия какая-то, но... У нас постоянно в этом потребность. Слишком много всего продается в этом мире со скидкой. Плюс один дамаг. Вы понимаете, что у нас сейчас будет 6.25? Это очень хорошо. А, 7.79? То есть это мультиплеер? А, мультиплеер. Ну вы поняли, короче. Мультиплеер, мультиплеер. Короче, умножается дамаг наш от яблока. Все предметы на полу сердца. Не, мне такой не нужен. Вот, кстати, и две сокровищницы. Опа! Все, проблема боссов решена. Но тогда наш дамаг будет не очень хороший. Блин. О, Проптос. Ну, теперь, в принципе, мы решаем все в этом мире. Поэтому можно, в принципе, от яблока отказаться. Окей. Мы не так много теряем. Мы больше потеряем, если мы проигнорируем это все. Босс, кстати, не тут. Я не знаю, что сюда пошел. Все боссы, они вообще-то там у нас находятся, внизу. Да. Тогда нам нечего больше делать. Мы идем бить боссов. 46%, кстати, у нас сделка с дьяволом. Возможно, это будет очень даже хорошо. Хочу ли я убивать Фомин таким образом? Не знаю. Хороший вопрос. Нет, скорее всего, я ее просто так убью. Эй, 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 парниша, парниша. Тьфу ты, Пин, блин. Ну чё, будем Пина убивать, чё? Опа, это что такое? Какая-то ачивка, я не знаю. Мы, кстати, сильнее стали стрелять. Батарейка, давайте возьмем батарейку, и сейчас мы заобьюзим секретку. Возможно, там нам вообще выпадет полет. Вот это будет круто. Короче, мы получили какую-то непонятную ачивку, непонятно за что отвечающую. Так, как бы сюда... Ну ладно. Костяное сердце. Окей. Ну вот такой, в принципе, мы размен совершили. По-моему, не такой уж и плохой. Можно было бы дальше позачищать комнаты, но я не хочу. Тупо целый этаж за 4 минуты экселевский зачистили. Вот это я называю профессионализм. Хотя с девочку-то хочется, с девочку хочется. А на что эту сделочку-то? Нам не на что эту сделку проводить. Какая плохая комната, господи, боже мой. Опа. Вот это найс. Можем себе позволить устроить тут. Мы еще должны близко играть, у нас ближнебойный билд. Это очень рискованно. Гриб, ты зеленый или белый? Ты определись, а то ты переливаешься. А, зеленый на двоих делится. Ничего себе. Ничего себе у вас приколы тут. Надо как-то костяное сердце заполнить. Все сердца вылетают? Вылетают. Хорошо. Замечательно, сейчас мы эту бомбу заюзаем. А, у нас еще есть бомба. А, у нас теперь вообще золотая бомба. Ух! Ух, как я увернулся сейчас. Ну все, не увернулся. Как бы теперь его убить так, чтобы он меня еще не покарал? Ладно, вроде убили. Извините, это я не туда зашел. Я просто проходил мимо... Не обращайте на меня внимания.
Я бы хотел заюзать свою карту. Чтобы раздобыть полсердца. Которые мне срочно понадобились. Ну как-то я беспокоюсь, когда мне не полное здоровье. И это немножко напрягает. Может, у вас тут где здоровье есть? Ребят, вы здоровье не храните? Куда побежал? Иди сюда, маленькая какашечка. Все. Нам ничего, нам никакого дропа из комнат не выпадает. Это плохо, мне это не нравится. И комната эта мне не нравится, она ужасная. Давайте рероль. Ёпарасы-то, что произошло вообще? Что за муть? Вот тваринская фигня. Я недоволен. Я совершенно недоволен. Я недоволен от слова недоволен. Так, окей, пауки. О, четырехразмерная муха, видели? Это типа новый противник. Мы увидели хоть что-то новое из этого мода. Поздравляю, ребят, мы смогли. Давайте я взорву. Спасибо, друг мой. Хорошо, хорошо. Я вот ненавижу просто этих мобов, они ужасные. Вот именно эти создавалки вот этих нигерских червячков. Бомба, которую я, в принципе, могу достать, но мне она не нужна. Я не буду, честно, искать секретки, потому что не хочу. Я бы мог, но не буду. Тихо, спокойно. Их надо убивать без дрожания рук. Непоколебимо. Брать, убивать. Чё это? Чё это? Куда это? Ладно, давайте прожмем. Все прожмем. Банкрун, чё это? Ера? Ты серьезно? Ера, ага. Вот это ржака вообще. Нам выпала Ера. Все, у нас есть на что покупать сделки. Го. Супер доллар. 99 комнат. Damage up. Так. Каждые 5. Каждые 6 комнат будет минус 5 монет. Нужно ли это нам? Да, нужно. Объясню почему. Сейчас я вам все объясню. Ой, мы стали жирным. Тьфу ты, блин. Короче, у меня есть план. Возможно, этот план покажется многим безумным. Короче, делаем вот что. Я буду скупать все. И рероллиться за счет бомбы. Здоровье я себе восполню, покупая вот эти штучки всякие разные. Так что на здоровье мне, в принципе, наплевать. Не в жизни, конечно. Все, мы его сломали. Broken Watch. Веселая штука. Теперь мы можем скупить тут просто все. Смерть. Пилюльку. Addicted. Фига себе, тебя расплющило, пацан. Тебе не стоит играть в компьютерные игры. Вообще он сейчас выглядит как черт. Так что, как видите, в принципе, у нас от этого доллара сплошные плюсы. Мы были в сокровищнице? Что-то я не помню. Придется сейчас искать. Так, давайте подумаем логически. Последнее нам выпадало мыло, и это было не в этой комнате. Значит, мы не были еще в сокровищнице. Не люблю, когда карта скрыта. Непонятно, куда идти в итоге. Пойдем искать, где мы еще не были. А, вот эти твари. На!
Успел? Ну, почти успел. Опа, токсический шок. Вот это красиво, вот это классно. Токсический шок — это очень хорошо. Это плюс зачистка самых слабых комнат. И значит, что у нас все будет хорошо. В антиберсе есть еще лучший предмет, который просто вычищает все, массовое просто вымирание, геноцид. Но пока мы играем не в Repentance, а в обычный Afterbirth Plus, то все, нас приходится довольствоваться только этим. Видите, как они умирают? Они умирают просто, и все, их нету. Ой, очень кстати, вообще. Спасибо, часы, что прокнули. Я вас не сомневался. Спокойно. Я на эти ваши ловушки не поведусь. Ага, повелся, лох. Там игральня. Что вот это сейчас со мной произошло? Удачку повысили, хорошо. Кто еще жив? А, ты маленький блобик. Вот ты какой смешной. Фу, ретровижн. Ретровижн, умри, пожалуйста, в муках. Класс. Магазин, я хочу в тебя. Опять же, очень-очень вовремя часы прокнули, спасибо. Но если что, мы знаем, где ключ достать, если у нас не получится. Я принимаю ответственное решение. Спасти свое лицо и тело. Там, кстати, ключ. Ну давай, беги, атакуй его, что ты тут стоишь? Кстати, два ключа. Ай, все равно попался. Ничего, сейчас мы в магазине что-нибудь купим. Что-нибудь такое вообще, что прям, ух. За 15, давай, 9 вольт, quick charge. Яроволк. Хорошо. Бомбы, карты, я это все покупать не буду. Яроволка используем на босса. Если это, конечно, нужно будет. Паркур опять этот. Ну, вы знаете, я мастер паркура. Надо, кстати, про какую-нибудь паркур-игру заснять видос. Так, смотри, что я умею. И вот это умею. Как тебе такое? Сейчас мое тело стало в 30 раз сильнее. И поэтому оно устроит этому мегафати мегавзвучку. Что это? Что это? Что я должен выбирать? Я не понимаю. ХПшка. Что я тут должен выбирать? Не надо мне ничего. Так. Ну ладно, мы выбрали хэп-ап, в принципе, почему бы и нет. Откроем? Не откроем? Ладно, откроем. В принципе, нормально, мы можем себе позволить даже этот сундук открыть. Опа! 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 Ой, как красиво! Ой, как жирно! Хорош, умрите, пожалуйста, в муках. Спасибо. Чьи-то бомбы? Точно. Бомба! О, мои ненавистные пауки, они еще все чемпионы. У-у-у, веселуха! Это пауки-курильщика. Слышите, как они харкают? Ставь лайк за лучшую пародию пауков-курильщиков. За 10 из 10. Магаз. Мы не хотим это все. Мы хотим реролл. Ох, ё. Ну ладно, давай, чё тебе. Ёпарасте, чё происходит? Вот это дичь.
Давайте покрутим этот автомат. Если выпадет что-то интересное, я буду собирать на это деньги. Ух, хочу. Жирно, свеча. Хочу свечу. Ну, вы поняли, про какой мем идет отсылка. Давай, устроим засаду, пока я тут постою. Ах ты, тварь, ты как по мне попал? Ты не должен был этого сделать, я стоял в камушке. Конечно же, это я беру. У-у-у, хорош, хорош. Мы становимся все круче и круче. Так, тебе надо где-то взять много денег. Мы, кстати, не были в сокровищнице. Ой, у нас же мешочки теперь. Это значит, что деньги мы, в принципе, можем раздобыть. Ух, зарядный ключ. Ребят, вас слишком много. Остановитесь, не бегите. Стоп, стоп, насилие. Хорошо, вовремя, спасибо. Так, что тут у нас происходит? Эти все костры можно, кстати, бомбами побить. Тихо, я не буду нарываться на вас. И на тебя тоже. Лучше бы там деньги были, честное слово. Я слышал звук падающего сердца, нет? А, нет. Сердце падает со звуком чпоник. Вот, кстати. Вот люблю такие комнаты, они очень хорошие. Блин, ну что это такое? Что это такое? Что это? Зачем оно так происходит? А чё? А чё? А чё сразу так? Ага, еще мертвый зуб, да? Вот это звук сейчас у бомбы был. Мертвый зуб, говорите. Если бы я вообще супер ауру создавал. Ауру крутости и беспечности. Кстати, монетка. Кстати, зарядка. И мешочек. Еще зачем мне столько золотых ключей? Куда я их буду девать, а? Игра, ты все продумала? Ты точно все продумала? Ну, аура это не так хорошо, тем более тут аура не как у Цезарки на 100-500 километров, а чуть-чуть прямо тут, прям совсем рядышком личного пространства этого. Хочу. А если я хочу, я беру все, что я хочу. Мы могли, кстати, успеть на босс раш. Мы можем успеть и на Хаша, но я не чувствую в себе силы убивать Хаша. Так что к нему мы не пойдем. Тут могут быть деньги, тут может быть много денег. Тут нет много денег, тут есть сердечко. Мы можем отсюда смотаться, если захотим. Но может быть тут выпадет деньга, нет? Ну или мы просто потренируемся. Бебиков этих поубиваем. Ух ты, бебики какие, уфу. Плюются тут в меня. Нет, нам выдали бомбу. У нас есть последняя возможность, это прийти сюда и на что-то надеяться, не знаю на что. Греческие салаты едят. Я не знаю, как их называют, это греческие салаты или это оливье. По-моему, все-таки это греческий салат. Ну давай, что ты тут? Дай, бум. Все. Что там постоянно из меня сыпется? Монетка. А, поискать секретки. Что-то я сомневаюсь глубоко в этом. Давай. Игра, давай. Мне нужны эти деньги. Ты не понимаешь? Спасибо, игра. Давай, давай, давай. Сколько там, сколько там? Еее! Мы смогли, мы набрали эти деньги, ребят. Ура, Миша будет жить. Мы собрали ему денег на лечение. У-у-у!
Хорош. Я иду домой. Тум-тум-тум-тум. Где новые враги? Где новые какие-то еще предметы? Ну вот мыло, по-моему, это был новый предмет. Ой, спасибо, спасибо. Вот на паркуре самое то. Фуф. И вот это четверные мухи. Это все, что мы от мода должны были увидеть, да? То есть настолько этот мод ничего не добавляет. Ну, пожалуйста, ну давай, хоть один новый предмет, хоть что-то. Шипы не наносят вам урон. Вот это хорошая штука. Сердечко, оно мне не нужно. Спасибо. Спасибо. Ах ты, тварь. Ну, кто так делает, а? Чё за подстава? Я даже с замедлителем не смог справиться. Мухи, вам не жить. А, ну шипы мне теперь не наносят урон. Я плевал на ваши шипы, понятно. Хать-фу. Денег. Нет, не денег. Ну и ладно. Не так уж-то и хотелось. Опять паркур. Да пошел ты со своим паркуром, понятно. Выгодно, выгодно сейчас сработало это мне. Яд этот. Мешочек, так. Ну, немножко денег не помешает. Во всяком случае, на какое-нибудь сердечко мы уже накопили. Это тот умер в воздухе, что ли, или чё? Хобана. Так, ладно. Бэбики, это хорошо. Да не, нифига это не хорошо, а конечно. Нам надо сокровищницу. Давай. Да игра, ты чё мне подсовываешь, а? Это не сокровищница. Это вообще не сокровищница. Вот на тебе. За твою любопытность. И это тебе тоже. Все, мы нашли, что так долго хотели. Ага. Интересно, у нас получается билд на яд. Ну ладно. Я не против. Вот-вот против вот этого вот. Мне эти деньги куда девать, скажите мне, пожалуйста. Что я с ними делать буду? Ладно, го на босса. В принципе, мне тут делать уже нечего. Ну, можно эту взорвать. Просто по приколу. Карта какая-то. О, кстати, плюс 2 урона. Отлично. А, шипы же мне не наносят урон. Опа. Опа. Все, тебе конец. Ты в курсе? Вы в курсе, модам, что вам конец? Ты будешь что-то делать или ты будешь стоять тут на месте и распрохлаждаться? Ты тело, блин. Чё ты бегаешь? Туда-сюда что-то он бегает тут вообще как дурачок какой-то. Спасибо. Возьмем ли мы его? Возьмем. У нас все в красных сердцах. Взорвем ли мы это? Конечно, взорвем. Брелок, который лечит при использовании ключа. Все поинки сердец заменяются на полные. У нас супер билд. Теперь мы сможем кормить нашего чертенка сколько захотим. Хорошо. Ну, пошлите теперь куда-нибудь. Да, отравляем мы, конечно, знатно. Так, тебе собирать урожай. Тварь, ах ты тварь, ах ты тварь.
Чертенок, help! Дай мне что-нибудь. Чё, тут у нас? Опа. Внезапные сюрпризы. Давай. Спасибо, мой маленький. Мы пошли не туда. Мы опять пошли не туда. Зато тут есть кое-что интересное для нас. Спасибо. Белая муха. В начале каждой комнаты появляется 2-5 союзных мух. Заменять половинки сердец на полные. Или атакующие мухи. У нас сердца почти все есть. Нам не надо так много сердец, как я хотел. Поэтому лучше пусть мухи. Чё тут у нас? Нет ничего интересного. Да, мухи с двойным уроном — это лучше. А пока я пытаюсь их убить, я скажу пока свою предварительную оценку моду. 10 новых предметов из 10. 10 новых четверных мух из 10 также. Так, сейчас попробуем прикол замутить. Ты будешь что-то атаковать или тут стоять будешь как дебил? Попробовал, блин, прикол. Короче, всем рекомендую. Так, как бы это провернуть? Смотрите, я сумел. Я все продумал. Продуманчик, так сказать. Ух, тихо-тихо, пацаны. Мухи тащат, мухи решают. Не накопил чуть-чуть. Зачистим одну комнатку. Прыщи. Посмотрим, кто там у нас будет. Давай, удиви меня. Тератома, но это как бы не смешно. Я ее убиваю просто присутствием, как бы. Плюс черное сердце, плюс 3 бомбы или отстой. Я выбираю хотя бы вот это. Это не так позорно. О, сейчас мы кого-то разведем на сердца, да? Давай так, давай начнем с этого. В принципе, мне не нужно сейчас максимальное здоровье. Но если он может дать, пусть дает. У нас будет поровну и тех сердец, и тех. Может, он вообще какой-нибудь прикол там, дамаг даст или еще что-то. Ну ладно, никаких дамагов он не дал, но в принципе тоже нормально. Сойдет. Так, мы кого-то еще не взорвали. Давай, давай, делай свои дела. Спасибо, все. У нас полное ХП. Мы вооружены по всем фронтам. У нас есть мухи, у нас есть яд, у нас есть проптоз. У нас даже есть в конце... О, новые враги, посмотрите на них. Это мистеры Фредды, которые что-то делают. Стоят, плюются в тебя. Ура, мы нашли новых врагов. Пацаны, празднуем. Че, теперь в каждой комнате будет по этому мистеру Фредду ходячему? Новый сериал от Netflix. Ходячие мистеры Фредды. Часы, как всегда, зарешали. Часы топ. Просто тупо топ.
Так, паркур. Мы должны его пройти. Ага. Ах ты, тварь заморская. Ну, обосрались немножко. С кем не бывает. Тьфу ты, глаз. Ей. А, какая плохая комната. Очень плохая, очень плохая. Сердечко дашь? Нет, не даст, конечно. Так, все, пацаны, работаем, работаем. Давай. Тело, ты куда ушло? Ты работать будешь? О, красавчик. Он же достает хитбокс этого сердца. Heart ache. Мы открыли. Очевидно, что это... А, идем ли мы на Хаша? Вот хороший вопрос. Ну, давайте пойдем, если сольемся, значит, мы лохи. Что, в принципе, всегда происходит. У нас 22 ключа. Зеркальный шар. Червячила, которая будет лечить. Дубликет. Ну, идемте, прикольнемся с дубликетом. А чё, один пропадет? Нет. Никто не пропадет. Мы можем его обзрывать, этого Фаша, Хаша. Так, ну тебя-то мы точно взорвем. Magician, о, кстати. Я дебил, мне батарейка нужна была. Пацаны, а чё, батарейки нет, да? Император, Хермит. Плохо, ну ладно. Часы спрокали часы, пацаны, на медленность. Хорош. Долго мы, конечно, его убивать будем. Ну, что делать? Он же скайлится от дамага, так что, по идее, время убийства у него всегда должно быть одно и то же. 4.20. Давай, вылазь, когда-нибудь мы его убьем. А бомба у меня будет самонаводящимися? Да фиг тебе с маслом. Ой, колеса тут накрутил. Ой, толху мне тут делает, блин. А я и выйду, все. К нему просто поближе подобраться, за этим спамом его. Ну чё, стоим? Зря вот эту вторую партию мух вот это пустил. Вообще не к месту это сейчас было. Да стой, остановись, да хорош. Он уже по две партии за раз пускает. Моя личинка там кусит его. Это будет долго, никто не говорил, что это будет быстро. Особенно, когда он потом кинет лазеры дебильные начнет стрелять, вот это будет вообще печально. Они не долетают, что ли? Нет, нет, мухи, мухи.
Они не долетают, у них ренджу не хватает, чтобы долететь до меня. Мухи достали. Не, ну он убивается потихоньку. Потом я буду от всяких мух его лечиться. Вот от этих вот чувачков. Ой, как они, конечно, все слабо убиваются. Капец, тут зомби-апокалипсис, ребята. Он все засрал просто. Бэбик, помогай. Капец. Это что такое? Такая атака вообще была у него раньше? Это законно? Это вообще нормально? Хотел протиснуться в дырочку, не получилось. А, вот это опять уродская атака это. Давай, не в мою смену, не в мою. Развал вот этот своих слез сделать. Так, ну хпшка у него вроде есть, у меня тоже есть, у всех есть хпшка, все такие молодцы, все с хпшками. Только не лазеры, я медленно передвигаюсь, я не передвинусь потом. Лучше постреляй вот этими своими фигулями. Ребят тут понавыпускаю, окей, я все стерплю. Я, знаешь, человек отходчивый. Все. Мы его убили, мы не лохи, поздравляю. Мы получили Mortal Coil. Какие-то опять супер предметы. Нет, делириуму я не пойду, идите нафиг. Сейчас был с таким билдом на делириума идти. Еще и Lost Cards мы разблокировали. Возможно, этот мод начинает полноценно работать только после того, как ты всеми персонажами всю игру пройдешь. Тогда, возможно, там какие-то разблокируются приколы, там рофлы. Давай, сердечко хочу. Дьявол, это хорошо. Давай. Мухи. Мухи, красавчики. Какой маленький. А что ты такой маленький? Ух ты. Ух ты. Ух ты, что творит. Этот выплюнул, этот засосал. Ну так, в принципе, и живем. Вижу хороший камень. Подсуну-ка я ему бомбу. Отлично, просто супер. Голова Макса. Какая красота, боже ж ты мой. Не бей, пожалуйста, у меня костяное сердце, я хочу его сохранить. Давай будем друзьями, а? Друзей своих забери, этих дебильных. Умник фигов. Хавок появился. Ну, ребят, мы делаем успехи. Ух, замедленный сундук. О, хорошая штука. Не очень хорошая штука. Отличная штука, только я вообще не знаю, как это будет работать теперь. Плюс урон, если вас ранят, тоже пойдет. Нас будет лечить пиявочка. Ну и не только. Хотел сказать, я сам себя полечу, но что-то как-то не лечится. Эффект компаса. Нет, спасибо, я лучше с атакующими мухами похожу. Они круче в 300 раз будут. Так, нам интересно выпадающее тут КП. Спасибо. Замедленные чады. Уф.
Нам интересно это сердце было. У меня очки уже съехали куда-то вообще на нос. Пацаны, ну чё ты, чё такие резкие, а? Чё такие резкие, а? А? Моё! Ё хп! Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. ХП, ХП! ХП, ХП, моё! Всё моё! Не хочу в эту большую комнату идти, но, видимо, придётся. Так, этот умер. Что-то летает, какие-то дыры. Тут Little Horn, что ли? Спокойно, спокойно. Вы-то не опасны, а вот Little Horn это вообще жопа. Все-таки задамажил меня. Little Horn, не бей, пожалуйста. Лучше отпишись. И дизлайк поставь на крайний случай, моё. Батарейка, хорошо, мы будем знать. Класс. Скорострельность, отлично. А, вот так это работает. ЕПРСТ, это были 150-ерные мухи, ребят, мы увидели новых, новых противников. Же какая уродская штука. Дай мне супер сердце. А давайте-ка мы сейчас вот так сделаем, мы их объединим. Все. Плюс максимальный хп. Слушайте, теперь у нас одна задача. Нам нужно дойти до босса, и все. Потому что это уродство просто максимальной степени. Мое. Я ничего не понял, что происходит. Как это вообще работает? Это марка дебильная. Я думал, это другая штука. Но я ошибался. Я перепутал, наверное, с 360 контроллер. Короче, где там по диагонали можно стрелять там. Моё. Бомбы такие медленно-медленно спускаются с небес. Мы опять перепутали направление. Вот чёрт, а. Нет, тут не может быть босса, он наверху. Пошлите наверх. Я буду пытаться их убивать, стоя к ним той стороной, чтобы в них попадало. Ну, короче, как-то так. Импресс нет. Оставлю-ка я импресс. Литлхорн нет! Литлхорн, не бей! Не, ну мы сильные, ничего не сказать. Дашь мне сердце? Нет, не даст, конечно. Самовлюбленное существо, которое думает только о себе. Опять босс не тут. Ну где он? Уже хорош, не смешно. Не смешно, я все осознал. Хватит, остановитесь. Ура, мы нашли босса. Ничего не вижу, где эта марка дебильная. Покажи и сделай что-нибудь. Мы должны выиграть. Что там? Что там? Что там? Little Gurdy. Сердечко, спасибо. Все, погнали, пацаны, погнали. Шанс только один. Шанс один на миллион. Ладно, мы в 10 тысяч раз сильнее, чем тогда, когда мы шли к ангелу. Мы получили святой большой листик. Я не пойду к делириуму, сами к нему идите. Я не пойду не из-за того, что он тяжелый. Возможно, я бы его убил. Просто вот это 150 тысяч этажей растягивать прохождение еще на 2 часа я не хочу. Что ж, это был мод комьюнити Ремикс Ремиксович. Если вам понравилось, то поставьте лайк. Также не забудьте подписаться на канал. С вами был Чибиси Плей. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи. Всем пока!